Салют, друзья! Сегодня у нас на обзоре гитарный процессор Hatton Ampero One. В такой вот коробочке он пришел, слегка помятая коробка, конечно. Что поделать, посмотрим, что внутри. Как все это выглядит. Бумикс, инструкция того, куда что вставляется. Значит, гитару сюда, input, output. Наушники можно подключить, чтобы никому не мешать. Сюда гитару, ну либо вывести на колонку, кабинет. Так, посмотрим, что внутри. Это провода питания. Это провод подключения к компу. Это питание, блок питания небольшой, пимпочки для защиты кнопок. Сам процессор. Силиконовые штучки. Сам процессор, да. Так, что у нас тут? Input, AUX in, микрофон и выход на мониторы. USB для питания. Меню, Volume, банк. Ну, подключим, посмотрим, что у него внутри. Позаписываем, посмотрим, какие эффекты дает. Thank you.
Ну вот, в общем, как-то так.